узко очень. Сайперы-то как-то на миду, ребята. Спас еще отвечает на электронику. Александр просто начинает топить. Но Сипл здесь перестреливает. Раз, перестреливает вас. Интересно, от Саши. Так, и обычно смог. Для Саши, я бы сказал. Просто классика жанра. Просто пожалуй. На протяжении Инферно пока он такого не показывал. Геликс срывается через Смачевский. Минус 2. Какое топилово. Просто лежать плюс умирать на Сипл. Остался один. Очень тяжелая ситуация для него. Вроде все складывалось хорошо. Два килла шарты сделал, сделал. Сейчас Саша просто возьмет свой автомат в руки. Поддержит его покрепче. Флешка, выход. Неплохой против Мейджора. Это уже 4 килла для него. Он ставит бомбу. Пас один с 15 хп. Все шансы здесь для Сипла. Сашенька, душить. Ой, Сашенька, ну, Костылев. Ну, вперед, дорогой друг. Так, около 1 ныкается пока что. Главный ящик, там потенциальный противник. И Саша Симпл против Паза. Ой, как Паз интересно играет. И может быть по таймингу Саша, это эйс! Это эйс!